Я решил сегодня поиграть на ПТшке. У меня не особо богатый выбор. У меня как бы есть ПТшка 5 уровня, акционная, вот эта подарочная, французская, которая мне понравилась, я же видос по ней делал. И Порш. Не знаю, вот почему-то мне из всех ПТ-х захотелось качать однажды Вольфендрайгера. Но потом, сука, его поменяли на курицу-гриль. Ну, я это уже не застал, как его поменяли, но... Блядь, докачать я успел только до борща. Бежит жир трест. Броня, естественно, не пробита. Ну, конечно, не пробита. Я сейчас буду в свете, да? Не буду. Не буду в свете. Да как? Сука, там он меня не всветил. Здесь он меня, блядь, за тремя елками, двумя кустами, он меня, сука, всветил. Что происходит, блядь? Вот все, борщики, классно. Вот, крутой там. Ну, ПТ-шку, в смысле. Альфа охуенная. Низенький довольно. Чё ты меня толкаешь, блядь? Чё тебе сделал, блядь? Тут, сука, поле не пахано, где проехать можно. Он меня уебался. Это у нас кто? Это у нас... Вазик. 650. 650! То есть, я мог бы ему въебать 800, а въебал 650. Собственно, обожаю Альфу. С Альфой на этом танке мне просто не везет. Никогда. Если я стреляю и... Шпротик, высунься. Если я стреляю и попадаю, что крайне редко, потому что снаряды летят на полном сведении, хуй просы куда, то либо будет хуёвая Альфа, либо будет непробитие. Не насрать, кого ты стреляешь. Давай, подставь что-нибудь вкусное. На! Бордюр. То есть на полном сведении, вот она не могла под ББшечку вот так перелететь, блядь, 2 сантиметрика выше. Просто 2 сантиметрика выше. Нет, не могла. И 17 секунд ожидания. Каждый выстрел. 17 секунд. 17, блядь, секунд. Это что на арте играть? Это пиздец какой-то. Не, ну были варианты, конечно, другую какую-нибудь ПТ-шку взять. Я вот выбрал Вольфендрайгера. Вольфендрайгера хотел. Хуй тебе, Миша. Вольфендрайгера. Докачаешь, будешь гонять на гриле. Вот этой вот ебанутой хуйне картон. Я как бы на нем не ездил ни разу на гриле, но... Может быть, будет все-таки прикольнее, чем этот ебаный борщ. Потому что это херня, блядь. Тут я не знаю, сколько надо... деревьев, кустов, чтобы просто его спрятать. Блин, какой размер у этой херни. Еще с открытой рубкой. Пробивается всем. Его МС-1 вскроет, блядь. Ебать. Три дерева надо, чтобы, блядь, спрятаться. Три дерева, блядь. Это огромная хуйня. Ну, конечно! Я решил переехать, и там шпрот вылез. Получил пизды и залез. Я его больше не увидел. Здесь Лёва будет стоять ебалом торговать полдня. Здесь прот хуй разу вылезет. Как интересно играть на ПТ-шках. Все еще ждем врага. Блять, это что происходит? Что, блять, происходит? Че с клиентом, сука? Вот как мне этот, блять, глюк, баг, я не знаю. Ну, сука, вот, попал. То есть вот, если бы мне надо было кинуть чуть выше... Вот если бы там у него зона пробития была чуть выше, я бы не кинул. Курсор просто бы, блядь, порыгал вверх постоянно. Зачем это исправлять? Зачем? Лучше, блядь, еще 12 прем-танков, блядь, засунем. И не пробьем никого. Слышь, ты что, упарываешься, что ли? Он побежал во враг, блядь. Он фармит. Фармила. Тут Ис, тут Лёва. Два фармилы, блядь. Ну ладно, Лёва там что-то еще творит. Вот Ис что творит. Он просто по канаве хочет добежать до нашего Иса. Но у него вариантов нет. Он просто бежит туда. Вот это я никого не пробью. Никого не увижу. Никого не въебу, блядь. Просто буду сидеть и ждать, пока... Пантеру тоже не вижу. Пока Ис не вылезет слева. Ну, либо светлячок. Он тоже где-то тут пасется. Потому что Лёва не вылезет. Лёва светит нашего ИСа, ему арта ебало вскрывает. Бля, какая интересная игра.
Ребята, как вы на ПТ играете? Вот я не знаю. Столько любителей играть на ПТшках, вот так вот по полдня сидеть. Здравствуйте, мужчина. Высунулись. Засуньтесь. Вот почему в предыдущих двух, блядь, вот так по 800 не прилетело, а? Одного бы уже все забинтовали, унесли бы, блядь. Целлофаном накрыли. Второй просто бы никогда уже больше не вылез. Ну чё ты мне тыкаешь? Чё, едь в угол, блядь. Сам в угол едь. Сам наказан. Я отсюда не уйду. Не тут заебись. Иди, говорит, в угол, блядь. Тыкает он мне. Ис, отъедь, пожалуйста. Ну почему я в него не попал? На полном-то, блядь, сведении. И почему меня арта не кидает? Зашитник едет. И Лёва едет. Да, Ису там вообще не сладко. Я бы на его месте просто оттуда съебался задом, блядь, вот как раз в тот угол, куда он меня посылал. Но он думает, я туда такой вылезу, блядь, его буду прикрывать там. Я тебя вот от Лёвы сейчас прикрою, когда он вылезет. Лёва, Лёва, выходи. Лёва домой. Вот. Всё? Расслабь бу... Ну, в ангаре расслабишь. На этого мне КД не хватает. Тут, короче, есть шотный зашитник, шотный ИС и шотный ВАЗик. Вот он. ВАЗик обратно на базу побежал. На ВАЗика можно хуй положить. Ждем зашитника. Зашитник. Алло. Ты упарываешься? Ты просто, блядь, бежишь на меня? Через все поле? Ну, в ангаре понюхай тогда. И никто не стреляет. А что происходит? Почему ни разу арта не кинула вкуснейший борщ? Он, сука, со сметаной здесь. Он просто открыт. Ждем зашитника. Пока ждал зашитника, убил 44-ку. Вазик, теперь ты упарываешься, да? Нихуя себе. Я чё, такой толстый, блядь? Чё вы туда-то кинули? Блядь, а чё мне с тобой делать теперь? Ты откуда такой фуловый, блядь? Мне два раза в тебя шарахнуть надо, ещё и пробить. Ну, один раз. Спасибо. Теперь зашитником поиграемся. Я тебя сейчас защитю, блядь. На, сука. Ай-яй. А вот Исёнок на меня бежит. Так, ёлка 90-я. Исёнка, забери, пожалуйста, блядь. Забери. Спасибо. Какие сегодня все помощнички. А чё он мне тыкал, блядь? Едь, говорит, в угол. Там и ёлка заебись живёт. Да, я себе, блядь. И тут поезжу. И тут неплохо кормят. Давай. Рога включайтесь, СМОА смотрим. Разбираем его. Такое. Он тоже полез в поле упарываться. На. Ебанутые ребята. Ну как вот на этом тракторе играть? Это просто сидеть на базе, блять, в кустах. И надеяться на то, что к тебе никто не прибежит быстрый. КД, сука, Новый год придет раньше, блять. С августа. Пока откадешься. Попадание у него такое себе. Я даже не говорю про пробитие, а именно попадание на полном сведении, блядь. Разброс вообще пиздец. Как у алкаша с трясущимися руками. В принципе, катка уже завершена. Потому что до арты я точно не доеду. Я даже до пантеры не доеду. Я сейчас там Исушка заберет. В общем, положа руку на сердце, я реально не люблю ПТшки. Вот как арту их не люблю. Ты злил БЗ? Да, можно покатать, но страдая. А так, чтобы прям вот любить, блин, не могу. Вот вообще не мое. И снова всем привет. На борщи у меня на самом деле уже давно мастер был, но я тогда еще даже про канал не думал. А теперь вот пыль с него стряхнул и решил все-таки взять мастера и для канала, для контента пильнуть ролик. Надеюсь, вам понравилось. Естественно, не забывайте там лайки ставить, комменты писать, друзьям рассказать. Вам как бы пару кликов, а мне реально приятно, потому что хоть какое-то движение на канале будет очередное, потому что уже давно застой какой-то.
подписчики не добавляются, просмотры замораживаются, я не знаю, что с Ютубом происходит. Ну это реально напрягает. А, я откопал очередной трек у НЦСов, и под него еще одну катку с борщом в ускоренном темпе подпихнул. Так что смотрите. Приятного просмотра. Пока.